В общем так, Мурат, то, что там тебе наговорили, сам за склад, не слушай. Я здесь главный, я. В следующий раз ничего не привози, пополам поделим и все. Хорошо? Хорошо. Ты же понимаешь, что это мошенничество? Да какое мошенничество? Не мы, так они сами эту половину на рынке продадут. Это же расходный материал, у них нет инвентарного номера. Как ты проверишь, братан, сам подумай. Мы скорее тандермены. Мы на днях к вам приедем. Хотели бы лично убедиться в наличии у вас склада и товара. Как видите, весь склад обставлен. Хотим расшириться, а то не влезает уже. А вовнутрь склада нельзя пройти? Мы бы рады показать, но мы сами даже пройти не можем туда. С бабкой нормально все? Да, с бабками нормально. Только я сам что-то очкую. Топи быстрее! Что случилось? Потом расскажу, топи! В общем, я, кажется, нам новую тему нашел. Что за тема? Нефтепродукт. А эта тема агашками не забита? Вы чё, братишки, рамсы попутали?